Каля 50 спортсменов прынялі ўдзел у першым міжнародным турніры па стэндавай стральбе. Гэта стала магчымым дзякуючы адкрыццю ў Жабінкавскім раёне адноўленага спортынг-клуба «Залаты фазан». Энтузіясты гэтага віду спорту прыклалі шмат намаганняў, каб клуб адпавядаў патрабаванням міжнароднага ўзроўню і за кароткі тэрмін прывялі яго інфраструктуру ў належны стан. Клуб, он адпавядаў міравым уровням. Здесь можно проводить турниры не только белорусского, но и международного масштаба, чему этот турнир является подтверждением. Поскольку приехали спортсмены, наши друзья из Украины, из России, из Франции, из Польши и Прибалтики. У Европе стендовая стрельба – вельми популярный вид спорту. Одна из его дисциплин – олимпийская. Клуб «Золотый фазан» – другий по лику центр у Беларуси после Минска, где можно проводить такие споборництвы. Поклонников стрельбы как таковой мы готовы принимать от начального уровня любителей до профессиональных спортсменов, и для тех, и для остальных созданы все условия. Плануется, что клуб «Золотый фазан» станет основой областной федерации, и это даст возможность проводить в области официальные споборництвы международного уровня по любой со спортивных дисциплин стендовой стрельбы. У целом же вид спорта на просторах СНД только набывает популярность. Сярод и шмат полявнейших, которые отточивают свое мастерство на спортивной пляцовке. Этот спорт – это борьба с собой, ты же не видишь соперника. Вот. И надо разобраться в себе, найти какие-то тонкие грани, чтобы себя, скажем, оставить в этом состояние, чтобы поразить все мишени, постараться поразить все мишени. Пераможца у першым міжнародным турніры по стендовой стральбе, який прайшоў на базе спортинг-клуба «Золотый фазан», став спортсмен з Росії Ігор Романов. Юрий Печур, Тиграна Капян, телерадіокомпанія «Брест».